вами вновь Иван, и это проект Deus 1 Семиструн. В миксе часть восьмая, финальная. Знакомьтесь, Семиструн Deus 1, производство SD Custom Guitars. Сделан в России в 2014 году. Гитара полностью сделана по моим личным спецификациям и личным воззрениям, которые сформировались на протяжении лет игры на серийных инструментах. Кленовый гриф с полосками из бубенги, переклеенный для прочности и для красоты, с головой под наклоном в 10 градусов для лучшего и более правильного натяжения струн, мензура 25 дюймов, что стандартно для гитар PRS, и гриф закреплен на болтах, что по мне более практично и дает небольшой легкий отскок в звуке. А 25-дюймовая мензура добавляет тот самый легкий PRS-овский оттенок. Низ деки склеен симметрично из двух кусков махагона, красного дерева, а верх из двух кусков клеона, и в деке сделаны специальные треугольные облегчающие полости. На манер гитар Gibson Les Paul стандартно 24 крупных лада, инкрустация из перламутра, звукосниматели в неке фокиновский стековый сингл бесшумный, а в бридже Seymour Duncan SD4 Jeff Beck, так называемый. Фокин нам дает современный металлический кристально чистый звук, а Seymour — классика гитарного жанра, прекрасно управляется практически во всех стилях. Давайте же срочно послушаем, как наша гитара звучит. Управление состоит из единственной ручки громкости и трехпозиционного переключателя телекастерно-стратокастерного типа. Позолоченная фурнитура хипшот, бридж и колки. Абсолютно их рекомендую всем, кто строит себе кастом. Лучшая фурнитура в мире, по моему опыту, как по удобству, так и по красоте и надежности. Все это дело завершает палисандровая накладка на грифе и верхний порожек из бронзы, стоящий на шипах для надежности. Также металлический порожек позволяет нивелировать разницу между звучанием струны, прижатой на ладу, и открытой струной, что делает звучание гитары в общем более равномерным.
гитара собрана как танк. Ее приятно держать в руках, на ней великолепное лаковое покрытие. Одно из лучших на моей памяти, даже в сравнении со всякими Los Angeles Custom Shop USA. Все подогнано точно, и мастер проявил невероятное внимание к деталям. Обратите внимание на окантовку. Кант не одинарный, он на самом деле двойной. Подытоживая, я могу сказать, что я получил ровно то, что хотел. Гитара звучит, играет и ощущается так, как мне этого хочется. И это прекрасно. С вами был Иван. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, смотрите мои видео. Пока!